На поле зарубеж нефти HSBC. HSBC в черных цветах, зарубеж нефть в форме белого и зеленого цветов. Сразу в турнирную таблицу смотрим. Положение у команд следующее. Зарубеж нефть. 3 очка после 7 матчей. И 7 место в первом дивизионе у HSBC. 6-я позиция в дивизионе номер 2. Ну, не намного лучше дела обстоят. Матчей 9. Очков набрано 7. Впрочем, если HSBC одерживает победу, то количество очков сравнивается с Нарде, которая на первой позиции идет. Ну, правда, у Нарде будут еще матчи в запасе. Но с учетом того, как идут все команды, особенно во втором дивизионе, нельзя исключать, что у Нарде не получится себе первое место вернуть. Даже после этих 2 матчей. Тем более, что... Сейчас посмотрим, с кем Нарде сегодня предстоит играть. Они уже ближе к вечеру выйдут на поле. У них поединок против «Газпром Интернешнл», против Московского кредитного банка и против «Русал». В общем, с тремя, ну, очень серьезными соперниками играют. Уж в одном хотя бы из матчей точно очки потеряют. HSBC вводит аут. Очень торопятся обе команды, поэтому даже атаку толком не могут начать. Вратарь отлично на выходе сыграл. Мяч грудью, потом смог его в руки забрать. Первое нарушение правил. Фол за рубеж нефти. Второе нарушение правил было зафиксировано у нефтяников. Соколов решил пробить. Недавняя кадровая находка HSBC.
теперь уже до располнения Слежова. Кучиев, его недавно мы открыли в амплуа вратаря. Так что в этом сезоне много чего интересного в HSBC происходит. Хороший пас по бровке. Нарушение правил. Где был фол? Штрафной или за ее пределами? Вот прям на линии штрафной фол случился. Да, мяч просочился сквозь стенку. Прям как Терминатор 2. И за рубеж нефть выходит. Выходит вперед 1-0. Ремнев не позволяет себе ошибиться. Третье нарушение нефтяников. Борец решил сам пробить. С штрафного мяч переходит на угловой. Очередной выход 1-1. На этот раз нарушения не было. Нет, фол был. Отложенным зафиксируется. И таким образом станет уже 4 фаула у Зарубежнефти. Идет последняя минута первого тайма. Фул HSBC. 2-4 по нарушениям. Мадьярова здесь подтолкнули. Третье нарушение HSBC. Звучит свисток на перерыв. Счет 1-0. Второй тайм при счете 1-0 в пользу Зарубежнефти. Не успели мы отметить в первом тайме, что HSBC играет без замен. Что-то пятерка
ну, вратарь, которую мы сейчас наблюдаем на поле. Видимо, она будет и в дальнейшем противостоять и РТРС, и... А все. Два матча сегодня только у HSBC. Зарубеж нефти и с РТРС. Четыре нарушения правил у зарубеж нефти. Осторожнее, им надо действовать. Шестой и все последующие фолы наказываются 10-метровым штрафным ударом. Рядом со штангой мяч пролетел после удара Габарца. И подсказывает он, что вратарь зарубеж нефти коснулся мяча. Контратака нефтяников. Отличный розыгрыш. Тут дальнюю штангу замкнуть уже не составляло труда девятки зарубеж нефти. 2-0. И теперь уже придется раскрываться HSBC. Сравнялись команды по количеству нарушений правил. 4-4. У зарубеж нефти сегодня матчей больше, чем у HSBC. Предстоит нефтяникам встречаться с инлайн-группой из Гарант Энерго. Два очень непростых соперника. Ну нет, здесь надо отметить, что Мадьяров не только по чужой ноге, он и по мячу толком-то не попал. Поэтому здесь нарушений правил не было. Жов мяч потащил. Есть впечатление, что открылось второе дыхание у игроков HSBC. Так забегали активно. Словно и не было предыдущих 14 минут встречи. Остался в поле и решил пробить игрок. Немного было шансов, что мяч в сетку полетит. Скорее надеялся он на то, что заработать угловой удастся. Ревнев. Thank you.
Угловой HSBC. HSBC в целом удалось забрать мяч под свой контроль. Очередной угловой. Тайм-аут делает одна из команд. Отдыхаем, потом еще 3 минуты и 23 секунды игрового времени. Кто сейчас будет вводить мяч? Что ты брал тайм-аут? Зеленый, да? Меньше 3 минут до конца. Этого времени может вполне хватить HSBC для того, чтобы как минимум сравнять счет. Не хватает сегодня, конечно, в составе HSBC легендарного вратаря этой команды Черемухина. Большого любителя сравнивать счет на последних секундах. Ну и Ремнев с Кабарцовым, как говорится, в свое время забивали в самые нужные моменты. И 5-й фол у HSBC. Пошла контратака у нефтяников. Но для них самое главное, что время идет. Начинают они постепенно играть на отбой, на вынос мяча. Ну, не тянул момент на нарушение. Чистых 50 секунд до конца матча.
не попал нападающий сейчас по уже пустым воротам. Ремнев. Вратарь забирает мяч в руки. Секунда остается до конца матча. Сейчас будет мяч в игру введен и прозвучит финальный свисток. Счет 2-0.